Егор, Егор, я тебе сейчас такое расскажу! Братик, я бы тебя с радостью выслушал, но я не понимаю обезьяний язык. Ну правда, сейчас без футок. Валяй. Оказывается, наш папа робот. В смысле? Мама папе только что говорит, все, закодировали тебя. Да ладно. Да, говорит, капли в рот не возьмешь. Правда, я не знаю, какие он до этого капли в рот брал. Я должен это увидеть. Ну и, че молчишь? Так а что произошло? Опять ночью пьяный приперся. Пил? Нет. Скажи, корабли лавировали, да не вылавировали. Пил. Ну я не выдержал, его сегодня вылечили. Не, ну зато теперь у бати много свободного времени. И на что его теперь тратить? Раньше хоть бухал. Так скачай в закрепленном комментарии мобильную игру Grand Mobile и играй сколько хочешь. О, вот это игруха. Представляешь, начинал шахтером, а стал бизнесменом. Жалко, в реальной жизни так нельзя. Действительно, в реальной жизни мы максимум из алкаша можем превратиться в игромана.